Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. 15 уровень у нас с вами, давайте посмотрим. Это у нас лес, и я смотрю кучу новых шмоток. Даже какой-то есть рыцарь. Это у нас случайно не Звездные войны, а? Напоминает мне что-то именно оттуда. Так, ладно, друзья, смотрим, что нам нужно по навыкам. Телепорт, пробивашка и лапка. Так, понятно, телепорт, пробивашка и лапка. Нужно, естественно, нам эти навыки поставить. Пробивашка есть, лапка есть. Так, пробивашка и что там нам нужно? Лапка, пробивашка и телепорт. Вот так вот мы это все дело с вами устанавливаем. Пойдем, наверное, сбегаем быстренько в магазин, перекусим маленько. Я надеюсь, денег у нас хватит. Хватит. Так, сила умения 20%. Сила умений 20%, конечно же, это нужно нам в первую очередь. Хотя, подожди, у нас еще с вами до сих пор действует баф 2,5 минутки, поэтому я ничего пока кушать не буду. Давай зайдем в тренировку. Котики у меня тоже все оттренированные. Ну что же, поехали смотреть. Тут, кстати, у нас 5 сундуков. Ёлки-ты-палки. Так, смотрите-ка, здесь порталы у нас есть, да? Здесь есть мостики. Вот здесь вот, я так понимаю, площадки, да, которые сейчас невидимые, но, видимо, за счет наших навыков мы все это с вами увидим. Так, ну, первый хламочек, естественно, нам нужно его подбить. Как же без этого? Вау, 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 смотри-ка, как мы шустренько и крутенько с вами бомбим. Так, булавушку мы с вами отобрали у него. Пойдем, наверное, с вами понизу. Блин, хотел понизу, ну, ай, друзья, лопухнулся. Пробьем, это все мы с вами пробиваем, отлично. Так, сундук, дай-ка я его возьму. Что такое, я не понял. Ну ладно, хорошо, мы с вами развернулись и идем в обратном направлении. Сейчас, пока мы это все с вами пособираем. Ага, тут мостик у нас не опущен. То есть, соответственно, где-то должен быть рычажок. Ладно, давай-ка я пойду понизу тогда. Ага. А вот, по-моему, и со Звездных войн, ребят. Так, давай проверим. Тин-тин-тин-тин. Мы должны с ними справиться, друзья. Обязательно должны. Нифига у него там автоматик. Так, мы получили капюшон. А что мы от этого парня получим? Тоже получили, да? Ладно, дай-ка я вот сюда. Ать! Смогу? Смог. А здесь? Ёпрс, это, ну, как обычно, друзья. Я в своем репертуаре. Вам не получить тортик. Все этот Глафокс смеется, да? Ладно, друзья, заново. Пока, честно говоря, я не особо разобрался. В общем, с этим хламоном мы сейчас разберемся. Нам нужен от него парик. И нам нужна курточка его. Чтобы собрать, естественно, сет полный. Так, мы получили парик. А вон, кстати, и рычажок. Так, давай тогда вот с этими подеремся. Рычажок у нас находится внизу, я его увидел. Это, судя по всему, для, друзья, для открывания, точнее, опускания моста. Мне кажется, именно для этого. Ну, отлично. Фига, у него там костюм такой неплохой. Все, как говорится, все как нужно. Все, как мы с вами любим. Так, подожди, а где же я могу развернуться? Какую вещь? Хм, это, видимо, судя по всему, где-то наверху, друзья мои. Другого варианта пока нету. Так, смотрите-ка, мы с вами получили костюм. По-моему, фул, да? Или нет? Чего-то не хватает в руках. Вы слишком слабы для меня. Фокс Зила все этот бубнит. Ладно, друзья мои. Последний бой, я так понимаю, с этим охламоном. Потому что нам нужно только лишь что? Только лишь куртка от него. Да ладно, ты чё там, ниндзя? Вот, все. Короче, этого парня мы больше с вами не трогаем. Мы будем его просто-напросто перепрыгивать. А вот с этими нам предстоит еще драться. По-моему, разика 2, может быть, даже 3. Дай-ка используем с вами телепорт. Ага. С тортиком он, оказывается, да, там был? Ну-ка. Тут парик еще нам нужно с вами добыть. Все, я понял. Друзья, я единственное хочу посмотреть, как бы нам с вами развернуться. Вот здесь у нас разворачивают, да? И сейчас мы можем, в принципе, спокойненько с вами использовать рычаг. Тогда я вот здесь вот рыбок соберу. Этот рычаг мы с вами нажимаем. Соответственно, я так понимаю, опускаем. Вот, опустился у нас мостик. Это нам пока тут не нужно, вылазит левая ерунда. Так, поехали. Нам опять же нужно с вами здесь вот так удариться. Запрыгнуть сейчас на верхнюю платформу. Вот сюда перепрыгиваем. Слушай, а как он тут... А, все, я понял. Тот сундук, ребята, берется немножко по-другому. Немножечко по-другому.
Ну да ничего страшного, мы все-таки все равно с вами его получим. Вот, вот здесь уже страшненько, да, потому что у нас с вами очень мало здоровья, плюс у нас вообще никаких скиллов нету. А их нужно побеждать, чтобы получить... Нет, по-моему, не получим мы с вами здесь ничего. Довольно сильные, да, персонажи. Поражение, вы слишком слабы для меня. Да я уже понял, что мы слишком слабы. Может быть, у нас, кстати, закончился баф. Давай-ка проверим. Мне кажется, у нас закончился баф. Да, абсолютно ничего нету. Поэтому нам придется с вами купить его. Но прежде чем покупать, естественно, зайдем и посмотрим, что у нас тут. Так, котик, родной мой. Что тут сразу все понавыползало? Так, здесь у нас тоже на атаку инициатива. Здесь хпшечку возьмем. И здесь, наверное, тоже хпшечку. Потому что очень быстро разбирает наших дальников. Наверное, из-за того, что очень мало здоровья. Так, подожди, не сюда я делаю. Нам, мне нужно зайти в костюмы и посмотреть. Один сет у нас собрат. Давай-ка приценимся. Ерунда, ерунда. И здесь... Если я возьму... А, ну здесь ближний бой. Нет, друзья, это мне не нужно. Ближний бой для дальника — это ерунда на самом деле. Хорошо. Тогда мы с вами покупаем, естественно, еду, да? Сил умений 20% на 6 минут. И попробуем сейчас пройти, как говорится, уже получше. Поехали. Мы на самый верх с вами не забирались. Вот что я тебе хочу сказать. Этого я буду перепрыгивать. С ним уже драться нам бесполезно. Все, что нужно, мы от него получили. Вот с этими я, честно говоря, пока не помню. По-моему, нам нужно с ними еще драться, драться и драться. Сейчас, друзья, посмотрим, если я их накумарю. Так. По-моему, как бы фулл сет вроде бы, да? И тут, по-моему, тоже фулл сет. То есть с этими ребятами я тоже больше могу не драться. Так, давай-ка вот это все с вами заберем. Короче, мы с вами сделаем как обычно, по стандарту. Разбираемся вначале с нижними рядами, да, чтобы нас они больше не отвлекали. И мы с вами могли постепенно уже перебираться все выше, выше и выше. Как говорится, добивать там остальных лисят, забрать у них костюмы. Так, здесь не хватает вроде бы как пушки. Так, а если вот так вот сделаю? Ага, вот тут у нас и рыцарь, который тоже нам, друзья, нужен. Ну, у него здоровье, просто 770 было. Ну, это я посмотрел уже после пару ударов. Слушай, ну мы и разобрались с ним. И довольно неплохо. Так, друзья, давайте-ка приценимся. Посмотрим, что нам здесь все-таки еще нужно. Так, открываем костюмы и смотрим. Ага, здесь у нас все собрато. Ага, это я не буду брать. Эту пушку мне не надо. Костюм ерунда. И головной убор тоже ерунда. Что у этих персонажей? Ага. Инициатива просто прибавляется, да? Ладно, это ерунда все. А здесь тоже ничего хорошего. Не айс, друзья, не айс. Так, здесь дает к здоровью, но убирает мне силу атаки. Нету, друзья, подходящего пока ничего. В общем, остается мне вот здесь вот получить оружие, да? Здесь, получается, мне нужно... О, здесь оружие и головной убор. Здесь все еще вообще ничего не получено. Так, значит, с этим нам придется все равно драться. А он идет в паре вот с этим, да? То есть по низу, как ни крути, мне все равно надо будет идти. Ладно, друзья, давайте, поехали. А уже после того, как здесь с нижними рядами разберемся, мы уже будем с вами идти наверх. Да, я думаю, вот так вот мы с вами и поступим. Так, ну этого мы перепрыгиваем, он нам не нужен. Так, здесь, по-моему, все у нас собрато. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем же я... подпрыгнул, да, я подпрыгнул, ребята. Ударился вот об эту штуку и... Не надо было так делать мне. Вот, я открываю. Что? А, вот так вот даже. Воу, так это еще лучше даже. Это даже еще лучше, я скоротал себе, друзья, путь. Хе-хе, сам того даже не знаю. Тогда давайте подеремся с этими лисами. Будем их потихонечку бомбить. Так или иначе, костюмы нам эти нужны. Ну какие сильные-то, а? Минус-минус, отлично. Перепрыгиваем сейчас наверх, в этот самый телепорт. Так, он нас перемещает сюда. И здесь у нас еще есть персонажи новые, с которыми мы еще даже не дрались. Отлично. Это из какого, интересно, мультика или из игры вот эти персонажи? Интересно мне знать. Меч мы с вами получили. Но, ну, сможем мы ее подбить или нет? Да, по-моему, не сможем, друзья. Или сможем?
На 164, да обалдеть у нее урон. Офигеть, блин. Да, не кисло. Пробомбили меня здесь. Ладно, друзья, давайте дальше переигрываем, потому что эти нам не нужны. Я опять я одну и ту же ошибку делаю. Подпрыгиваю, ударяюсь, меня, естественно, разворачивают, и я пошел в обратную. Я хотел просто вот эти вот рыбки все пособирать. Так, ладно, давай здесь соберем. Кто нам нужен? Нам нужен вот этот вот парнишка, да? От него нам не хватает, по-моему, оружия нам нужно от него, да? Вот эту вот пушку. Хорошо, попробуем ее сейчас с вами заработать, чтобы уже здесь действительно с вами лишний раз не отвлекаться. Все, фулл сет, как ни крути. Так, вот от этого нам нужно тоже что-то заработать. По-моему, нам нужно шлем от него получить, да? Или я путаю что-то? Так, фулл сет вроде бы. Шикарно. Так, рыбок я забираю, и мы идем на выход. Так, друзья, если я не ошибаюсь, мы с вами по костюмам, по нижним рядам все собрали. Угу, смотри-ка, 20 хп дают. Вот, вот что мне нужно. Головной убор я даю своему ближнику. Вот так вот. Костюмчик, смотри, 18 хп. Даже там дает 20. Слушай-ка, есть, наверное, смысл, да, поставить вот этот костюм вот на этого котенка. Или же... Соблазнительно, конечно. Минус 3 к атаке. Я все-таки, наверное, поставлю. Так, оружие дальнего боя ерунда. Оружие дальнего боя ерунда. Здесь ближник. Ну, я не вижу ничего хорошего здесь для нас. А тут... Тут, честно говоря, тоже ничего хорошего я не наблюдаю. В общем, нам нужен с вами что? А, тут оружия не хватает еще. Вот оно что. Поэтому это не фулл сет. Нам еще придется с ним, друзья, встретиться и накумарить его. И получается, остальные все персонажи находятся где-то наверху. Но нам еще нужно с вами получить последний сундук. У нас, по-моему, сундук вот этот. А, даже два сундука здесь еще. Все, друзья, нам нужно будет потом еще сделать акцент на сундуки. Так, это мы все дело перепрыгиваем. Здесь мы делаем вот так. Идем сюда. Развернули. Ай, я мост-то не опустил, господи. Ладно, фиг с ним. Давай посмотрим. Как вот мне вот этот сундук получить, а? Через верх, что ли? Вот здесь вот? Ага, не вышло. А как же тогда? Давай посмотрим, что у нас тут. А, ну тут мостик. Все, понял, друзья. То есть бесполезно. Здесь по кругу мы просто с вами будем ходить. Значит, нам смысла сюда запрыгивать нету. С... Да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Друзья, замкнутый у нас получается какой-то... Дай, мне вон туда надо прыгнуть. Ладно, почесали. Почесали сюда. Здесь у нас пенек, который нам мешает. Ладно, мы его вот так вот обходим все это дело. Блин, мне же надо было наверх, друзья мои. Мне же нужно было наверх пойти, там же рыцарь стоит. Ай, заново, конечно, заново. Мне от рыцаря нужна пушка или оружие, что он там, меч. Так, и вот здесь желательно, конечно, бы... не получилось. Не получилось. Ай, опять одну и ту же ошибку сделал сейчас. А как вот наверху-то нам... Здесь не получается, да? Хм. А здесь не получается. Так, ну тут-то я понятно, тут я запрыгну. Пойдем тогда мы с вами нажмем рычажок и пойдем с вами поверху. Мне одного не ясно, как нам забрать тот сундук, который находится там на островке. Как нам сделать? Вот этот вот. Вот я смотрю, хм, и не могу врубиться. А он нам нужен. Если мы с вами не получаем все сундуки, естественно, у нас также не на фулл все звезды проходится уровень. Так, с этими десятыми мы тоже не дрались. Точнее, дрались, но мы от них костюмы еще все не получили. Без фулл сета пока. Ну ладно, попробуем мы сейчас тут подбомбить по бырику, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не надо буянить. Так, отлично. Еще, видимо, по одной шмотке нам нужно будет заработать от них. Заходим с вами в телепорт. Вот так. И нам нужно еще и с этим тоже подраться, да, получается.
А тут мы с ними не справились. Они в тот раз нас, по-моему, забомбили. Сейчас мы попробуем им отомстить. Ай-яй-яй. Что? Что? Неужели опять? Опять та же самая песня, друзья. Я не могу пробить, ты прикинь? 164 урона наносит, блин. Как быть-то? А у нас в казино вы бы выиграли. Да понятно, у тебя бы там в казино мы бы выиграли, конечно. Или бы все деньги спустили. Так, короче, с этими двумя нам придется еще драться. Мне не хватает здесь куртки, а здесь не хватает... А, курток нам не хватает, да? От рыцаря нам не хватает меча. И вот этих вот двух я так и не смог победить. Бомбят, конечно, они вообще жестко. Люто. Просто люто. Хм. Что бы нам забрать такого хорошего? Ничего нету пока. Для меня ничего полезного пока здесь я не вижу. А, баф-то закончился или все еще висит? Быстро, быстро он заканчивается. Ладно, сила умений, покупаем. Все равно я пройду этот уровень. Сундуки. Слушай, а может быть нам... Вот здесь мы перепрыгиваем. Все, кажется, друзья, я понял. Чтобы взять этот сундук, у нас не должно быть одного из навыков, который отвечает за падение. Вот, короче, вот эти вот штуки, они не должны на нас влиять. Мы должны сквозь них падать. Вот так будет правильно сказано. Понимаешь, да, к чему я? Так, где у нас рыцарь? Ать! Рыцарь. Я опять по замкнутому кругу сейчас буду бегать, да? Хорошо, давай мы пойдем опустим с вами. Зачем вот я прыгаю, а? Кто мне скажет? Зачем я делаю вот эти вот лишние телодвижения? Прыжки, которые нафиг никому не нужны. Давай перепрыгнем здесь, фиг с ним. И опять я неправильно сделал, потому что нам нужен этот рыцарь. Все не так, все не эдак. Давай, погнали, опять. А что у нас отвечает за падение через вот эти вот, как сказать, постаментики? Вот через вот эти вот. Какой у нас скилл отвечает? Я не помню. Зачем опять? Я все эти хочу забрать этих рыбок и прыгаю из-за этого. Так что, друзья, вы не подумайте, что я все это делаю нарочно. Так, ну что, мы с вами наверху. Мы с вами наверху. Сейчас я попробую подняться повыше, разобраться опять с теми лисами. Потому что от них нужен нам костюм. Вот они две. От них нам нужны костюмы. И фулл сет у нас будет. Можно будет с ними и не драться. Нам в любом случае придется сюда возвращаться еще не один раз. Потому что там дальше стоят противники, с которыми нам тоже нужно будет драться. И которых мы пока не можем победить. Да-да, это те самые девчульки-рыцари. Хламонки. Так, фулл сет. И здесь тоже фулл сет. Отлично. Перепрыгиваем. Вот здесь, друзья, когда мы с вами в портал идем, да, вот здесь мы должны упасть вниз, чтобы получить тот самый сундук заветный, который внизу. Но у нас пока ничего не получается. Так, ладно, давай все здесь активировать. Нам нужно их разобрать как можно быстрее и с меньшими потерями. Но, так, по-моему, фулл сет, да? По-моему, друзья, фулл сет. И здесь, наверное, тоже мы с вами получим. Нет, с ней еще придется подраться, потому что еще не все мы с вами получили. Зачем? Зачем вот это надо было делать? Зачем ты упал, Рэй? Воу! Вот как можно даже было взять этот сундук. Че это я тут начудил, друзья мои? Че я тут начудил вообще? А, у нас есть возможность повторить этот круг, да? Ладно, хорошо. Слушай, а где у нас сундук тогда? Вот этот самый элитный, самый последний. Где он находится? Ну, где-то, наверное, вот здесь, да? Вот этот мы сейчас с вами только что подобрали. Ну, давай пора пропрыгаем, посмотрим, что у нас тут. Ага, а вот и последний сундучок. Шикарно. Друзья мои, ну что же, нам остается, по-моему, всего лишь два персонажа забомбить. Давай-ка я лишний раз в этом убедюсь. Так, здесь фулл сет, друзья, ну о чем я вам говорил. Так, рубашки, майки, это все нам не нужно. Хм, слабоват. А здесь? Здесь, по-моему, тоже, друзья, слабовато. Угу, не катит, да? Не канает нам эта фигня вся. Ну, хоть что-нибудь дайте путевый-то. Тут, опять же, прибавка к здоровью идет. Тут прибавка идет к здоровью. Полностью сет, то есть дает нам ускорение, дает нам живучесть. Там у нас все не то.
Абсолютно никто. Короче, здесь нам нужно еще с вами головной убор плюс оружие. И здесь оружие. То есть рыцарь и самый верхний персонаж. Ладно, друзья, давайте попробуем все-таки добить. Нам нужно в любом случае. То есть пойдем сейчас, наверное, с вами сразу же наверх. Или на рыцаря. Посмотрим, как получится. Наверное, я думаю, все-таки пойдем мы с вами. Так, рыцарь где-то здесь. Отсюда, по-моему, начинается, да? Сейчас мы вот сюда вот с вами запрыгиваем. Ать! Развернули нас. Погоди-ка, я уже забыла. Как нам добраться до рыцаря? Хорошо, пойдем тогда. Наверх не получится. Мостик тут опущен. Хорошо. Ладно, давай сделаем немножко по-другому. Рыцарь, по-моему, вот здесь. Блин. Опять я ударился, а? Ну тогда давай уже опускать мост и пойдем наверх. Пойдем с вами прогуляемся поверху. Нам все равно нужно провести еще один бой. Хочет этого, не хочет, а надо. Так. Зачем я это сейчас сделал? Надо было там удариться, меня бы развернули бы. Вот, хорошо, пускай будет так. Нас с вами разворачивают. И я пошел на самый-самый-самый верх. Мостик тут опущен. Ой, блин, мне с ними драться, что ли, придется? Ёлки-то палки. А от них мне ничего не нужно. Вот от них-то мне как раз ничего и не нужно. Но, видимо, этого не избежать. Ладно, давай быстренько бомбанем им. Так, минус одна. Ну? Ну что тут? Так, минус вторая. Перепрыгнуть, главное, не забыть. И сейчас мы с этими вояками встретимся. Я надеюсь, в последний раз. Надеюсь, все-таки мы с вами получим костюмы. Чего нам там не хватает? Я уже забыл. А, оружия нам не хватает, да? Нам не хватает оружия. Подожди, по-моему, там еще не хватает нам парика. Или все это у нас есть? Сейчас проверим, друзья. Да, блин, нам еще придется сюда возвращаться наверх, потому что нам не хватает парика. А вот этот рыцарь мне как раз-то и нужен. То есть, как ни крути, еще два захода. Как минимум. Заново, конечно, заново. Я, знаете, что не могу понять? Как нам попасть к рыцарю наверх? Что-то я вот играю-играю, не могу допетрить. Как нам к нему вообще попасть? Ну, предположим, здесь мы проходим. Зачем сейчас сделал прыжок этот? Он ни к селу, ни к городу сейчас не нужен был. Ладно, раз уж здесь... сплоховал, давай тогда пойдем наверх. Так, здесь мы с вами опустили мостик и двигаемся с вами наверх. Так, где нас тут развернет? Вот здесь, ага. Здесь нас не развернет. Вот тут мы разворачиваемся и идем в обратном направлении. То есть нам еще предстоит опять с этими подраться, да? Вот с этими двумя. А потом только к рыцарям мы попадем. Ладушки. Ну, ничего не поделаешь с этим, нам приходится это делать. Я не хочу, конечно же, ребята, драться с ними по 33 раза, выбора-то нету. Ну, что там опять? Не заложилось, как говорится. Так, минусанули. Ну, вот сейчас будут у нас рыцарши. Мы их должны победить. И, в принципе, наверх нам больше вообще лазить не придется. Сундуки у нас с вами все... все получены, да, друзья? Так, началось, да? Вот от нее нам нужно с вами парик. Надеюсь, мы его получим. Ну, все. Наверх больше мы с вами сюда не идем. И это хорошо, друзья. И это очень хорошо. А этот вот рыцарь остается лишь один, который нам нужен. Так, финиш. Ну, естественно, заново мы с вами нажимаем. И пошли, все. Последний бой, надеюсь... я тут не сдуркую где-нибудь. Надеюсь, я здесь не сдуркую. Так. Ой, идем сюда. Сюда. Погоди, погоди, погоди. Постой. Я не могу понять, как мне к рыцарю-то попасть. Ага, вот. Да, иди ты. Ребят, ну я специально уже упал, потому что он... на самом деле не то надо было сделать. Давай заново, конечно же заново. Немножко опростоволосился. Так, с этими драться нам не нужно. Так, здесь мы с вами пробегаем.
Это тоже мы пробегаем. Вот отсюда, да, у нас начинается. Да, вот отсюда мы должны с вами прыгать. Нет. Возвращаемся. Опять же, не то сделал чуть-чуть. Так, вот тут вот мы с вами перепрыгиваем. Вот, наконец-то. Сейчас мы его с вами бомбанем, и у нас будет с вами... Я, правда, не вижу никакого оружия у него в руках. Но нам с ним надо драться. Вот, теперь уже фулл сет. Что там мы от него подобрали, ума не приложу. Но, тем не менее, этот уровень мы с вами прошли идеально. Далее. Остается лишь перейти на 16-й этап. Не забывайте про тренировки, да? Спортзал работает круглосуточно. Я понял. Ну, что нам здесь дадут? Что-нибудь прекрасного, полезного, хорошего? О! Вот, совсем другое дело. Давай вот сюда. Что? Руки? Просто руки? Так, а здесь? А здесь у нас что-нибудь хорошенькое будет, нет? Вот, для дальника я вижу, друзья. Отлично, давай вот так вот. А ближние, ближние пока отстает. Хм. Ну, в общем, мы с вами прошли этот этап довольно неплохо. Давай-ка мы, наверное, посмотрим, что дальше нас будет поджидать. Оу-оу-оу. Так, Росомаха. Бэтмен. Хм. Нам нужно с вами телепорт и вот этот вот глаз, да? Глаз. Давай посмотрим в костюмах. Нам нужен вот этот глаз. Заменим мы, наверное, на лапку. Вот так вот мы с вами сделаем. Так, котики мои, молодцы, храбрецы. Что, сейчас будем проходить или в следующей серии, а, друзья? Ну, давай, давай, наверное, сейчас пройдем. Попробуем пройти. Так, силу умений купим. Поехали, друзья, посмотрим. Ёлки-палки, тут слишком много всяких камушков и тому подобное. Надеюсь, здесь не будет... Ать! Я так и думал, хотел сказать. Надеюсь, здесь не будет ловушек. И они, как всегда, есть. Значит, выбор сам за себя говорит, друзья мои. Нам нужно... Ага. Ага. Даже так. Тихо ты. Тут замок. Нифига себе, вот это уровень, друзья мои. Вот это уровень. Здесь будет, наверное, сложненько. Ай! Сам себя приговорил. Слушай-ка, погоди. Лол. Секунду. Я немножечко не врубился. Так, ну, предположим. Ай, опять. Сейчас где-то здесь вторая будет, да, у нас? Хорошо, мы здесь вот идем. Портал. В портал нас затянуло. Так, идем, идем, идем. Ну, давай хотя бы попробуем вот с этими подраться. Может быть, хоть пол сетика с них успеем снять. Хотя я в этом сомневаюсь. Нет, что-то получили. Штанишки там какие-то. Маску, отдай маску. Нет, не отдал. Заодно мы с вами открыли сундучок. Айть. Подловили меня, как всегда. Хорошо, идем понизу. Так, здесь у нас еще одни бойцы. Ну, я тут сфейлюсь, скорее всего, друзья мои. У меня очень мало... Очень мало героев, очень мало жизней. Да. Ничегошеньки, да, нам не поможет здесь. А сколько у него эта неуязвимость, ребята, будет действовать? Ага, там время написано, 8 секунд. Все, ну, сфейлились. Погоди-ка, мне кое-что непонятно. Я что, не взял? Да нет, у меня все отлично взято, все нужные вещи. Значит, мы с вами возьмем... Так, телепорт нам нужен, да? Телепорт нам нужен, я возьму... Наверное, вот так нам надо сделать. И, судя по всему... Так, а я вот этот вот взял, это означает, что мы с вами будем пролетать. Так, а если я без нее пойду? Посмотрим, друзья, что будет без нее. Вот, например, вот так вот сделаем. Потому что мне кажется, что именно из-за того, что он у меня есть, мы с вами падаем сквозь вот эти самые препятствия. Давай проверим. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну-ка. Так, ну ловушки, по крайней мере, мне уже показывают, это хорошо. Да, друзья, смотрите. Теперь я могу спокойненько по ним ходить. Блин, врезался в дерево в какое-то, ё-моё. Ладно. Что там? Ага, ха-ха, голубчик попался. Попался, который кусался, ух ты, два капкана. Ну,
тыч. Мы же его должны быстренько закумарить. Шикарно. У него там розочка в руках, да? От бутылки. Ладно, погнали дальше. Сюда. Ловушки я эти все пока вижу. Так, а вот здесь у нас нет ключа. Значит, нас разворачивают. Я все выше и выше и выше поднимаюсь. О, Бэтмен. Ну что ж, давай Бэтмена маленечко помурыжим. Помурыжим маленечко с вами Бэтмена. Ич. Готов. Что-то ничего мы не получили. А вот и ключик. Ключик нам нужен, ну, вы поняли для чего, да? Чтобы мы могли с вами открыть ту самую дверь, которая, вот она. И продвигаться будем дальше. Так, ловушка. У меня все равно. Так, что это за самурай тут у нас? Ну, стопудово это не блинчик, да? Хотя чем-то похож. Так, отлично. Двигаемся дальше. Тут у нас росомаха. Кто это такие вообще? А, у меня, друзья, все. У меня нету, во-первых, супер возможностей, да, применений. Ну и, как видите, меня сейчас тут, наверное, распишут. Хотя я кого-нибудь здесь все-таки бомбану. Одного или двух. Так, отлично. А этого сможем? 177. Так, один выстрел. Нормуль. Отлично. Не зря мы тогда сюда с вами шли. Так, все ниже и ниже и ниже. Неплохо. Мне вот нравится, как он идет. У него же пушки от героя Devil May Cry, да? Точнее, что-то я сказал, от героя Devil May Cry. Из игры Devil May Cry у них две пушки. Так, друзья, ну что, я думаю, мы, наверное, на этой ноточке с вами завершим эту серию. Обязательно в следующем видосике мы пройдем 16 уровень, поделимся с боссом. Хотя с боссом, наверное, подраться можем и сейчас. Почему бы и нет? Кто у нас там? Тюрьма. А кто босс? Что такое? Ух-хо-хо-хо! А что я должен сделать? А, я должен убежать из тюрьмы, я понял, друзья. То есть пробить вот эти вот ворота. Значит, здесь телепорт вообще не нужен, по идее. Воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо, не надо. Мы, видимо, бомбим по воротам, да? И почему-то эти падают там все время. А ну-ка, справимся мы, интересно, или нет? Слушай, тяжелый босс на самом деле. И так, мы почти-почти проломили, ребята, эти ворота. Бедные мои котики постоянно получают урон. Так, минус еще один лис. Он дубинкой бросается. Так, 1200 хп. Давай, давай, осталось совсем маленечко. Совсем чуть-чуть, и мы с вами убежим с этой тюрьмы. Последний лис упал. И да, мы вырвались с вами на свободу. Фух. Окей, придется мне с вами разобраться. Конечно, разберешься. Так, друзья, ну что, мы прошли с вами этого босса, эту тюрьму. Мы можем, в принципе, начать с 17 уровня. Но вы понимаете прекрасно, что я пока не пройду 16, я дальше никуда не двинусь. И тут совсем, наверное, немножко осталось нам, ребята, до конца игры. Не будем спешить, да? Хотя, почему не будем спешить? Чем быстрее мы с вами пройдем, тем быстрее начнем играть в другую игру. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.